Доброе время суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился, всем доброго времени суток. Оставайтесь со мной на канале Кэтрин Докс. У нас много чего интересного. Вы станете мудрее, здоровее. Жизнь станет веселей. Вы знаете, сегодня поговорим об одном чудо-продукте, который восстанавливает не только кости, суставы, но это продукт молодости. Да, я не шучу. Вот для некоторых филиппинцев лучшая часть курицы – это лапки. Это не я сказала, это так пишет Read and Digest Health. Такое издание. У этого продукта не только приятный вкус, а куриные лапки, они имеют много преимуществ для нашего здоровья. Только не говорите мне, пожалуйста, что «Ой, это продукт для бедных, а вот я такая богатая». Дорогая моя, я не знаю, кто так, если подумает, я сразу вспомню ваши и наши 80-е. И длинные-длинные очереди за какой-то синей курицей. И вот тогда две эти лапки вам в радость. Ну а когда вот так вот много лапок, так это вообще, я вам хочу сказать, деликатес. В японских роддомах также подают куриные лапки. И давно ли мы все стали такие гурманы, даже можно сказать гламурные гурманы. Так что не спешите осуждать меня. Я расскажу, почему употребление куриных лапок настолько полезно для человека. Первое. Они богаты коллагеном. Не спешите в аптеку за коллагеном, потому что в аптеке вам дадут в пластмассовой коробочке пустышки. Сейчас очень популярен такой вариант. Вместо того, что называется коллаген или там какие-то дорогостоящие препараты, давать подделку, пустышки. Люди с удовольствием покупают. Не может быть в химии из сухого вещества ничего полезного для организма. Итак, они богаты коллагеном. Коллаген – это молодость. Вот что разглаживает морщинки. Вот что останавливает старение. Вот что дает здоровье. Исследователи из Тайваня обнаружили, что в куриных лапках содержится огромное количество коллагена. Это обнаружили также и японцы. И обнаружили давно. Поскольку они занимаются медициной не на шутку. Высокий уровень жизни и долголетия, в том числе здоровое долголетие, а не с трясущимися руками, с ползущимися стариками, брошенными где-то в домах престарелых, никому не нужны. Тут государство заботится о каждом. Это Япония. Итак, Тайвань, Япония, Индонезия, Китай, Вьетнам, они давно знают, что куриные лапки – это очень полезный продукт. Там огромное количество коллагена. Вот что исследователи из Тайваня обнаружили. И он, конечно же, улучшает состояние кожи и суставов. Чем больше коллагена в организме, тем меньше морщин появится на лице. Потому что коллаген, что ж такое коллаген? Коллаген – это белок, который действует как клей. Вот как клей. Он скрепляет клетки человеческого тела. Он делает кожу более здоровой и красивой. Он укрепляет кровеносные сосуды. Способствует похудению, друзья мои. Вот то, что вы видите, это уникальный продукт. Это не только продукт молодости, но продукт красоты и похудения. Одно дело, если вы сделаете борщ из куска жирного свинины, и совсем другое дело, если вы сделаете борщ из
вот куриных лапок, и когда они отвариваются, я потом их убираю отдельно, делаю с чесночком, то уже отдельная история, и с зеленью. А вот поливаю лимончиком, ну, специальный соус делаю для них, и все. А у меня остался бульон. Я туда кубиками нарезаю индюшиное филе, и замечательный борщ получается на этом. Скажите, что это плохо? Нет, это замечательно. Вот свинина, скажу, что это плохо. Итак, кожу мы можем улучшить только так. И состояние суставов. Вот потому что этот белок. Ну и кровеносные сосуды, конечно же. Замедляет развитие артрита. Вы не ослышались. Замедляет развитие артрита. Регулярное употребление бульонов на куриных лапках. Уменьшает боль, снимает отеки и воспаление. Потому что артрит, он дает боль. Второе. Способствует укреплению костей. То есть не только сосудов, не только снимает отеки, не только связки укрепляет, но и способствует укреплению костей. Куриные ножки, они состоят из костей, кожи и сухожилий. Мышцы на них отсутствуют. В них содержится белок, кальций, коллаген и хрящи, которые легко усваиваются организмом. Прямо разжевывайте и кушайте эти хрящики. Вот эти питательные вещества снижают риск хрупкости костей. Обязательно кушайте, разжевывайте вот эти хрящики. Это особенно актуально для пожилых людей. 21+. Девчонки, мальчишки, это для нас. И помогают уменьшить боли в суставах. Именно поэтому китайские мастера боевых искусств поглощают куриные лапки в огромных количествах. И мама в детстве всегда делала холодец на куриных лапках. Всегда. Поскольку свинину мы не кушали. Дальше ускоряет заживление ран. Вы знаете, что вот этот белок, который там находится, и кальций, когда они вместе, а там они вместе, в составе куриных ножек, они крайне важны для регенерации нервов, мышц и костей человека. Исследования американцев уже, я вычитала, там показывают, что такие питательные вещества могут помочь ускорить выздоровление после травм. И блюда на основе куриных лапок выписывают пациентам с повреждениями спинного мозга. Четвертое. Куриные лапки содержат различные виды минералов. Это укрепляет иммунитет. А иммунитет постоянно надо укреплять. За этим надо следить. Это наш защитник. Почему? Чем? Да потому что там такие минералы есть в куриных лапках. Это цинк, медь, магний, кальций и фосфор. Все эти минералы необходимы органам тела, чтобы справляться с различными видами заболеваний. Поэтому употребление в пищу куриных лапок благотворно влияет на иммунную систему. Не только овощи, фрукты, а и вот эти куриные лапки. Постоянно мне задают вопросы про артрит. Я вам поставила 5-й пункт. Вот куриные лапки. Это помогает в лечении артрита. Вот именно тот коллаген, который в них, в составе куриных лапок, помогает предотвратить ревматоидный артрит или, по крайней мере, значительно улучшить ревматоидные симптомы артрита. В одном из исследований 60 пациентов с тяжелой формой ревматоидного артрита на протяжении 3 месяцев принимали куриный коллаген 2-го типа. К концу эксперимента у каждого из них уменьшилась боль и отечность суставов. У 4 пациентов наблюдалась полная ремиссия артрита.
Заметьте, у них уже продают отдельно в аптеках куриный коллаген второго типа. Так он называется. То есть вот из лапок именно тот коллаген куриный второго типа, который лечит. Они научились, ученые Соединенных Штатов Америки, Японии, Тайваня, делать вытяжку этого коллагена. Ну что, дорогие мои, вы до сих пор считаете куриные лапки едой для бедных? Ну, тогда и дальше продолжайте кормить фармацевтические компании. А я люблю вас, будьте благословенны, будьте здоровы. Не забывайте ставить лайки, мне так приятно видеть это. Да это вообще поддерживает канал. Пишите, пишите обязательно свои комментарии, ну хотя бы сердечки отправляйте. Я люблю вас, мне так приятно читать их.